Пенсионерка Галина Дорожкина более 30 лет своей жизни посвятила детям. Работала воспитателем в детском саду. Сейчас у Галины двое детей и трое внуков. Чтобы защитить себя и своих близких от вируса, женщина решила вакцинироваться. Первую прививку сделала осенью прошлого года, весной готовится к ревакцинации. У меня такая семья большая. Я должна пример давать своим детям, внукам. И я вакцинировалась. Я даже каждый год делаю прививки от гриппа. После вакцинации через месяц я сделала прививку от гриппа. Лариса Жмудова – соцработник. Вместе с Галиной Дорожкиной они занимаются творчеством, лепят из пластилина, рисуют, вяжут и практикуют лечебную гимнастику, при помощи которой разрабатывается мелкая моторика и логическое мышление. Лариса занимается с пенсионерами в группах и индивидуально. Рассказывает, как важно сделать прививку от коронавируса, и показывает собственным примером. Сейчас она проходит ревакцинацию. Мало того, у нас уже идет активная ревакцинация. Вот, например, я, в частности, прошла ревакцинацию. У меня вот вторая часть будет 22 февраля. Я считаю, что важно, потому что, во-первых, вакцина – это выработка иммунитета. Чем больше народу вакцинируется, значит, у нас будет массовый у всех иммунитет. Вакцинация остается самым надежным средством защиты от коронавирусной инфекции, говорят медики. Кроме того, важно соблюдать и простые гигиенические правила, такие как мытье рук и использование средств индивидуальной защиты. Мария Левина, «События».